Уважаемый президент, с вашего позволения я продолжу на русском языке. Пожалуйста. Меня зовут Аблаева Ясмина, я студентка 4-го курса университета Инха в городе Ташкенте. Как было уже сказано, в этом году мы и наша университетская команда решили поучаствовать в конкурсе стартапов MGO World, который проводится с помощью и поддержкой таких стран, как Объединенные Арабские Эмираты и Республика Узбекистан. На этом конкурсе мы представили свой проект под названием «Тахрирчи». Тахрирчи — это мобильное приложение, которое помогает исправлять орфографические ошибки в тексте, введенном на узбекском языке. И это приложение стало для меня и для многих наших друзей настоящим помощником в правильной работе с государственным языком. Грамматика узбекского языка — это очень тяжелое вообще направление. Я бы очень вас попросил через нашего министра, Шерзод Шунубер, тахлил кылып, олигохларге хам берсек яхшы болады. Бу программаны алса, маулайман тогры болады. Спасибо. В конце конкурса мы были удостоены почетного первого места и денежного фонда в 50 тысяч долларов, которые планируем потратить на то, чтобы развивать дальше наше приложение. Мне бы очень хотелось, чтобы в Узбекистане проводилось как можно больше конференций и митапов для IT-специалистов и IT-компаний. И мне кажется, что это откроет Узбекистан как региональный IT-хаб для всех остальных. Также очень хотелось бы предложить проведение президентских конкурсов на ежегодной основе, которые также помогут развиваться нашей молодежи и станут отличным показателем того, что Узбекистан — это кузница молодых талантов в IT-сфере. Большое спасибо. Спасибо. Рахмат. Ясмина, вот как бы, на ваш взгляд, какую бы вы сумму назвали бы, чтобы меня не ошибиться, потому что все вокруг меня правду не скажут. На самом деле IT — это довольно творческая профессия, и мне кажется, что для любого человека, который работает, самым большим призом было бы то, что его приложение и его разработку поддержали бы и представили на государственном уровне. Если люди будут пользоваться приложением, это самая большая заслуга, и никакой бюджет здесь не нужен. Все равно, я думаю, если для начала мы 1 миллион долларов объявим, это будет нормально или не нормально? Это для них мало или много? Жүзі қатты сумма, чүнки... Мансун үшін айтым да, 500 қылайлы кеса жүзі қатты бұл. 100 000 доллар еді ана МГО Word үшін де, 5 000 ашуы талабалы қатнашты. Енді 1 миллионын ештігенден кеген, маным үші қамы талабалы қатнасы керек. Ясмина, цифра нормальная? А? Более чем. Конечно, может быть, это большая цифра, но все равно мы постараемся ее найти и объявить этот конкурс. Я думаю, что знаю, с каким контингентом я сегодня сижу. Вы ментально совершенно другие люди, и, наверное, вот мотивация будет нормальной. Спасибо, успехов тебе. Спасибо.